Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша недельная глава называется «Бо». И написано в главе «Бо», что Моше и Аарон сделали все чудеса, которые Всевышний сказал им сделать. Давайте вспомним, что мы видели. Мы видели, что Всевышний сделал первую казнь, превратив реки Египта в кровь. Воды нет, однокровие, египтяне погибали. После того, как это не сработало, фараон нас не отпускает. Навели жаб на страну египетскую. Египтяне получили казнь жабами. Заполнили дома египтян. В общем, это была страшная трагедия тоже. Фараон: убери от меня хоть эту смерть, просит. Моше молится, Всевышний убирает жаб. Фараон опять не отпускает. После этого, что мы видим? Вши. Одна из казней. Мелкие насекомые, вши, били египтян. После этого египтяне признали, что это перст Божий, что это некая магия невластна. Но фараон все равно нас не отпускает. После этого дикие звери напали на Египет, убивали египтян. Как они терпели это все, трудно себе представить. Но фараон и после этого не отпускает. И последняя казнь, когда фараон еще имел возможность раскаяться, было падеж скота, мор скота, погиб весь скот египтян, который на пастбище. Фараон все равно укрепил свое сердце, не отпустил, и после этого уже у него шансов раскаяться не было. Так говорит наша традиция. И после этого была казнь, когда Моше с Аароном взяли печную золу и бросил Моше ее кверху. Она распространилась по всему Египту и поразила египтян, были нарывы, и людей, и животных, очень страшная казнь тоже. Фараон опять не смилостивился, не отпустил нас. После этого была казнь градом, был град с огнем, которого никогда не было, такой страшный град. И то, что не добил град, сжигал огонь, то есть страшное дело, сжег он весь ячмень, урожай ячменя, урожай льна. В общем, фараон все равно упрямится, не отпускает нас. Если Вышний ему говорит, ты еще держишь мой народ, не отпускай его. Все равно. Сердце его упорно, уже ему просят его придворные, не делай этого. Отпусти народ. Он вроде говорит, я отпущу, но не отпускает детей, то еще что-то. Потом происходит новая казнь. Казнь саранчой, саранча дожрала все, что у них было. Нет у них уже теперь ни полбы, ни пшеницы. Мало было фараону, не отпустил и на этот раз. И потом была казнь тьмой. Египтян закатал Всевышний тьмой, как в бетон, они погибали. И все равно это не помогло. Все чудеса были сделаны. Всевышний же сказал, что я наведу еще одну казнь. После этого он вас сам изгонит из Египта и уйдете из страны. Но Всевышний сказал, что вы не уйдете с пустыми руками. Вы уйдете с тем богатством, которое вам положено забрать. Вы здесь 210 лет работали, миллионы людей. Без единой копейки, работали вы чисто за еду, издевались над вами. Вот теперь вы должны забрать все, что есть в Египте, опустошить Египет. И он сказал, что каждая женщина попросит у соседей своих вещи серебряные, золотые, и только тогда вы уйдете из страны. Потом Всевышний сказал нам, чтобы вы взяли ягненка на отчий дом
из овец или из коз берите, ягненок, не достигший года, без единого порока. А если семья слишком малочисленная, чтобы съесть одного ягненка, объединитесь с ближайшим соседом. Для выполнения этой заповеди Песах нам достаточно один козаит мяса съесть, этого ягненка. И в ягненке может сколько-то мяса быть? 5 килограмм, 10 килограмм, не достигшим года. Ну вот, можно, много людей могут есть одного ягненка, чтобы заповедь Песах выполнить. Но это же праздник. Песах — это же все-таки праздник. Поэтому это не надо ограничиться одним козаитом, как с маслину, чтобы заповедь выполнить. Но нормально покушать все, чтобы было нормальной еды на столе. Вот так вот. И потом будем с вами читать, что для этого есть дополнительная жертва, называется хагига, можно взять еще другое животное и его есть, а заканчивает трапезу именно мясом этого пасхального ягненка. И его нужно есть со пресноками и с горькой зеленью. А пресноки — это маца. Хлеб, который готовится за 18 минут. В течение 18 минут он должен быть сделан. Вот, мы должны были подготовиться. Мы взяли 10-го Нисана и привязали этих ягнят к своим быльцам кровати. Они у нас были 4 дня до того, как 14-го Нисана их нужно было принести жертву. Это для того, чтобы египтяне были бессильны помочь своим богам. Ведь эти ягнята у них считались богами. Они не ели мясо ягнят. Они нас заставляли ловить для их диких зверей, и они их ели. А нам не давали никакого мяса, мы сидели у горшков с мясом и хлеб ели досыта, так мы говорим. В общем, пока эти ягнята ихние блеяли, египтяне были просто поддавлены. Всевышний показал им, что их боги ничего с собой не представляют. Они не могут даже себя защитить. Не то, что говорит, что они могут их и народ спасти или что-нибудь еще. Вот так вот. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, параса, кавана, мазал тов, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем всего самого наилучшего. Желаю всем крепчайшего здоровья. И сейчас у меня с собой списка, но за всех людей мы, как всегда, читаем, чтобы они были все здоровы, кто у нас в списке, тем более. И до следующих встреч. Надеюсь, она состоится завтра в 15 часов. Шалом.